Эй, ребята, всем привет! Сегодня мы с механиком и, короче, будем играть в погони в Spin Tires. Я буду на бэхе, короче, угонять. Чё? Всем Надо уже привет! угонять! Ай-яй-яй-яй-яй! Да, сегодня у нас будут погони в Spin Tires, и мы с Айка... Вернее, я попробую догнать Айка. Я, короче, на такой крутой BMW-шке E34 буду угонять. Она вообще, посмотрите, как вот... Кто, ребята, короче, видит, как от... Меня BMW идет, ну, в смысле, от своего видоса. Это вообще жесть, она нереально прям едет. Слушай, я боюсь, тебя не догоню. Да вот именно, ты посмотри. Я все включил, я топлю на полную, просто педаль утопил в капец, пол. Капец, я тут вообще еду просто быстро-быстро. Так, на карту не смотреть. Я вижу, ты очень далеко уже. На карту не смотреть. Где моя карта? F1. Лол. Куда ты уехала вообще? Я не вижу ее. Что мне делать, ребята? Охренеть просто. Спряталась, так скажем. Остается только вот надеяться на мою эту самую, как она называется, чуйку. 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 На мою чуйку. Она остановилась, говорит. Хорошо. Хорошо, где она может остановиться? Где-то здесь, где-то в лесу, значит. Буду искать по нику. Плюс меня по-любому видно из-за мигалок. Вот 100% видно. А я пока посмотрю, короче, где ты едешь. Так, ребят, смотрите, где он. Где он? Вон где. Так. И где если я? Если она так говорит, значит, ее здесь нету. Я посмотрю карту, ну нафиг. Эй! Че, так нечестно, что ли? Ну хорошо, ладно, смотри. В принципе, у меня бэха какая-то супер крутая. Че, нашел меня? Нет, я еще не смотрел. Сейчас посмотрю. Тут поехал, вообще не в ту сторону. Ух ты, ни хрена себе, как она туда вообще залезла. Подождите. Я на горе. Ребя, как она это сделала? Что-то мне это напоминает, кто-то туда уже заезжал. Да, действительно, кто же туда заезжал? Как она вообще туда? Как она туда заехала? Как туда вообще заехать? Где это? Черт возьми! Как? Как это вообще делается-то, а? Блин, я чуть не перевернулся тут. А кажется, я застряла, прикиньте. Во, вот это нормик, вот это мне нравится. Если она сейчас там застряла, то это все. Я думаю, смогу как-то добраться, хотя... Да. Есть, я убежала, я смогла с помощью своей крутой лебедки, короче. Нет! Нет! Спасите! За что? Что там такое творится у тебя просто? Я не знаю. У тебя какие-то там супер приключения, а я тут пытаюсь в трех пеньках развлекаться. Супер приключения и три пенька. Ой, пенька. Пенька. Три пенька, да. Где она? Черт возьми! Где? Пинки. Я смотрю еще раз. Ребят, вы видели, как эти... Вообще, бэха, куда это просто... Да она нахрен уехала уже, жесть! Это нереально вообще вещь, которую вы никогда не найдете в этой серии. Ну, в смысле, вообще. А может, я могу утонуть в болоте? Давайте проверим. Да, давай проверяй, я сейчас как раз доеду туда. Внимание, наносится урон. Все, я утонула. Совсем? Попробуй меня вытащи, я в воде. Урон, двигатель заглох. Так ты не заводи его, чтобы не он это урон не получал. Окей, давай. А теперь давай попробуй найти меня. Так, теперь-то я поставил путь на тебя. Без карты, найди меня. Ну, я больше не буду пользоваться картой, как бы, ну, никто не скажет, что я соврал, потому что я больше открывать не буду. Я уже поставил на тебя путь, маршрут, GPS. И все такое. Я даже свою лебедку не вижу, прикинь. А ты не можешь ей сейчас пользоваться, у тебя же движок заглох. А, ясно. Вон, жесть. Я вижу, он приближается. Нет, ребята, нет. Ну, короче, да, вот для таких мест близко. Реально бэха не пройдет, просто тупо. Но зато, смотри, если без карты, ты меня никогда бы в жизни не нашел. Я бы спрятался в воде. Естественно. И все. Вот так, вижу, ты приближаешься. Едь. Подожди, здесь я не проеду, мне надо объехать. Как ты объедешь? Ты не объедешь, тут такое болото, мне кажется, ты тут тоже заглохнешь. Ой, ой.
А там и все заглохнут, это очень глубокое место. Че ты пытаешься? Ты пытаешься снести дерево. Да я не могу проехать, просто не могу проехать здесь. Понимаешь? Да, я вижу. Так, ты что-то делаешь, камни навалены. Что-то неправильное. Нет, все я правильно делаю. А вот, все. Так, слишком тихо, далеко тихо. Только от меня. Нет! Ой. Налево теперь. Да. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Это как этот медвежонок Винни-Пух. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда он летел на шарике. Нет, куда? Нет! Давай УАЗик, УАЗик назад. К дереву тросом зацепись, и он подожди, тебя... Подожди, вот здесь я смогу, мне кажется, проехать. Здесь и не глубоко. И заглоб такой. Да, нет, вот еще нормально. Ближе к этому краю к островка. Сейчас я вот к островка вот этого сделаю. К островка. Все, 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 ручник ставь. Нет! Да стой, что ли ты? Все, тихо. Сейчас там Бэха тоже утонет. Спасательная операция. Так, давай, да. Нифига тебя тянет как. А чё ты ручник не поставил? Я поставил. А-а-а. В том-то и дело, что я поставил. Блин, ты сейчас утонешь, смотри. Господи, нет, я не хочу. Бэха-то тоже утонула почти. Смотри, появляется тень из воды. Тень из воды, смотри. Моя попа появляется. А, это крыша. Твоя попа появляется из воды. Я думал, ты моя попа, ну попа тачки в смысле. Ну все, короче. Что-то мне кажется... Не-а. Ну-ка, подожди, да. Сейчас, тяни меня, тяни, сейчас я попробую еще раз заведу. Да подожди, я сейчас вот так тебя просто это... Принять предложение лебёдки, чувак. Нет, подожди, мы сейчас пытаемся, чтобы меня вытянул именно полицейское ППС. Я тебя вытяну и арестую. Или не вытяну. Нет, давай, я вот тоже ехать начинаю, нормально уже. Давай, я тебя толкаю, ты меня толкаешь. Ты завелась уже? Ну, вроде да. Вон, смотри. Не поняла еще, да? А? Не поняла еще, да? Не-а. Вообще непонятно. Да блин! Ну-ка, подожди, давай я попробую теперь сама себя вытащить. Заводись давай. Нет, я завелась-то. Как меня зовут? А, во, все, ну-ка. Как тебя зовут, ты забыла? Во-во-во-во-во, смотри. Чувак у меня просто, смотри, там утонул. Он реально утонул. Ну, ничего страшного. Он до этого сколько в воде просидел. А, я думаю, что за фигня. Ух ты, смотри, как, а. Ой. Ништяк так вообще, да? Ой-ой-ой, тихо, я сейчас улечу. Ой. Ну все, я думаю, я тебя поймал. Догони, если сможешь. Да блин, естественно, я тебя больше не смогу догнать. Смотри, куда я уехала. Ты улетела, а не уехала. А, кстати, по-моему, Алекс где-то здесь прятался в прошлый раз. Ты куда? Тихо. А, нет, заблокировал мне проезд. Ну ладно. В этих трех соснах. Сейчас заблудимся. Блинский, блин! Давай. Ну спасибо, что меня спас, что поделаешь. Не, ну вообще Бэха... Ты не можешь так просто взять и уехать теперь. Бэха, короче, вообще нереально. Она прям преодолевает такие жесткие эти прям препятствия. Кроме воды. Да стой ты, что ли. Почему куда ты собралась? Так, почему она так преодолевает их хорошо очень, а? Ну, потому что такая моделька сделана. Ой! Там же характеристики прописывают вот эти разработчики модов сами. Насколько она будет хорошо проезжать или нет. Меня тут подельник твой заблокировал. Мой подельник? Да, на BMW. Так это вообще кто такой? А, ну да, ну твой да. Твой подельник. Ну да, нас же двое здесь. Ну его, короче, я поймал. Да и тебя поймал уже, все, что тут. Ну да, это есть такое. Ни хрена я раскурочила себе перед-то. Вообще же все. Ну, УАЗик все равно, он бессмертный, он просто едет. Ему. Вот смотри, он просто едет. Все равно ему. Да, это хорошо. Хорошая серия вышла. Да, интересно. Ребята, я надеюсь, вам было интересно эта погоня.
Смотри, я наехал на тебя. Эй, не наезжай на меня, ты чё наезжаешь? Сегодня я сверху. Так, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта погоня. Если вы хотите больше подобных погонь в Спинтайросе, то с вас обязательно лайк, подписка, хороший комментарий. Также подписывайтесь на канал Айка, ссылка есть в описании под роликом. На все наши соцсети, на Твичи, на что там, Инстаграм, ВКонтакте, везде подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. А на этом все, с вами был Механик и Айка. Всем пока. Покеду, ребята.